Здравствуйте, подключаю сам телефон, то есть к TreeTools, и он почему-то отказывается. Возможно, сбои у них какие-то. Пробовал разные версии на разных компьютерах. То есть идет загрузка, сейчас она идет. Через какое-то время он сейчас напишет ошибку. Угу, ошибка загрузки страницы. Так, мы видим с вами. Проверка пройдена. Заряжен 594 раза. Состояние батареи 89. Дата производства 10.20.19 года. То есть остальное вот еще раз так же пробую при вас. На один раз так пробовали, поэтому видео так долго и не было. То же самое опять происходит. Почему-то. Ну, это, то есть, ну, не говорит ничего об устройстве, что-то с ним не то, с программой самой. Видим, пишет также ошибку.